сепаратор. Ёшкин кошкин. Ты номер не фоткал? Сколько его так надо ждать? Да не мог. В принципе, каждый в основном. Ну, старые мастера, они в основном на ощупь. 93 для него много. По сути. Ну, 90 градусов для него много. Как бы. Кривой состав там 70-80 градусов максимум, потому что AMOLED-дисплей больше 80. По сути, не начинает выше 80 гореть. Поэтому пробиваешь, грубо говоря, ночью. Ну, это простейшая штука. Есть еще проще коврик нагреватель. Там еще проще. Коврик нагревать. Всем привет, товарищи! Новое видео на канале Gadget Mania. Мой второй рабочий день в сервисном центре. Я начинаю. Поехали! Как такое возможно? Ну что вам сказать по поводу всей этой затеи? Собственно, да, на самом деле идея так себе, но на своей, как говорится, мягко говоря, шкуре хочется попробовать и понять, что же такое местечковые региональные сервисные центры по починке мобильной техники, компьютеров, ноутбуков, планшетов, смартфонов. Под первым видео вы задаете вопросы. Возможно ли зарабатывать на YouTube? Почему я говорю, что сейчас невозможно? Возможно зарабатывать, но летом очень большие просадки по просмотрам. Их и так-то не особо много, а сейчас, ну, вообще как бы ни о чем. Можно зарабатывать на какой-то дополнительной рекламе. В общем, это тема отдельного видоса. Также были вопросы, авторизированный, не авторизированный сервисный центр. Нет, не авторизированный, но имеются все лицензии, есть мастера. Соответственно, есть опыт. Ну, в общем, представьте себе небольшой город, большое количество конкуренции, и все борются за клиента, каждый предоставляет какие-то свои фишечки. Я в последующем буду все это вам рассказывать более подробно в деталях. Сейчас отвечаю на вопросы первого видоса. Также были вопросы какой-то узкой специализации, допустим, там, только, допустим, Apple. Некоторые ремонтируют только iPhone, iPad, MacBook и так далее. Нет, широкопрофильная история, то есть занимаются не только каким-то одним брендом, а, в принципе, из-за, опять же, повторюсь, высокой конкуренции, занимаются всем, что приносят. Без имен, без лиц, без упоминания сервисного центра, может быть, иногда, скажем так, с подпольной съемкой, в том плане, что это не какая-то студийная. Все встали там в кружочек, камеру вокруг себя поставили, как бы, и типа рассказываем. Нет. Ну, в общем, поймите сами, любительская съемка. Главное, чтобы вы понимали суть. Поэтому как-то так. Имейте это в виду. Тут с одной стороны еще чуть ближе к студии, так понятно. С другой стороны. Такой твердоватый скотч здесь. Угу. В отличие от шестерок, там полегче, семерки тоже полегче. Восьмерки тоже снимаются. Здесь в этот момент он может бахнуть. Именно в этом моменте, да? Да, потому что камера вырез. Ага. Идет перегиб, да? Самое слабое место, да. Такая. Samsung у самих станки типа струбцины потихонечку подкручивают. Нагревает, он сам нагревает, потихонечку подкручивает.